поисках вечности необходимо пересечь этот туман. В этих краях не ступала нога человека. Здесь каждый миг пропитан духом вечности. Момент. Выживание преисполнено противоречий. Потому что оно неизбежно заканчивается смертью. Тьма и свет. Жизнь и смерть — лишь скоротечные моменты вечности. Каждый миг выживания — окутан тайной. И ведом непостижимыми силами. Первая серия. Между мигом и вечностью. Гладь воды безмятежна, но в воздухе растет волнение. Пришла весна. Утки-мандаринки — символ супружеской идиллии. Самец уже нашел себе пару и расслабленно плавает вокруг нее. При свете дня он предпочитает прятаться в зарослях. И все же сейчас весна, и ему нужно возвращаться в гнездо. Это самка. Она пришла к тайному гнезду. Она откладывает от 10 до 20 яиц, из которых через 28 дней вылупятся птенцы. Примерно в это же время самец покидает самку. Вопреки распространенному мнению, только самка высиживает яйца. Она устилает гнездо своим пухом. Это подготовка на случай, когда придется покинуть гнездо. Даже при появлении незваного гостя она не двигается с места. Шершни тоже устраивают свои гнезда внутри деревьев. Когда он подлетает слишком близко, мама-утка отгоняет его клювом. Затем она укрывает яйца своим пухом. Ей нужно будет выйти наружу.
Пух позволяет поддерживать температуру яиц в отсутствие матери. Она тщательно укрывает все яйца, прокладывая пух даже между ними. Она глубоко обеспокоена благополучием своих отпрысков. Выйдя наружу, она осторожно осматривает окрестности. В это время года самка дольше, чем когда-либо, пребывает не на воде. Покинув пределы гнезда, она свободно барахтается в воде. Она всем довольна. Никто не знает о ее бесценном тайном кладе, спрятанном в дереве. Землю медленно накрывает тьма. Это иглоногая сова. У нее на брюшке узор елочкой. Летом она выращивает птенцов на территории Кореи. Она опытный хищник, созданный для того, чтобы охотиться по ночам. Сова поворачивает голову туда и обратно, отслеживая каждый звук. Она терпеливо следит за добычей, готовясь к опасному броску. Это летучая мышь. Сова выслеживает ее по звуку крыльев. Сова срывается с места с отточенным мастерством охотника. Она ловит мышь на лету. Пока сова растит выводок, то большую часть ночи она проводит на охоте. Примерно каждая пятая попытка приводит к успеху. В темноте она видит так же ясно, словно это полдень. Она поворачивает голову в направлении звука, чтобы увидеть добычу. Сверхострое зрение, слух и мощные крылья совы делают ее лучшим хищником в этих лесах. Это неоспоримый владыка ночи. Птенец, наконец, покинул гнездо.
И все же, еще пару месяцев он должен будет полагаться на родителей. Прежде чем он покинет дом, его зрение и слух еще должны развиться, так же, как и мощные крылья. Давайте посмотрим на его мать во время охоты. Взмахи ее крыльев бесшумны. Она укрыта ночной тьмой. Бросаясь на добычу, она резко меняет направление и круто поворачивает. Она протягивает к летучей мыши свои когти, в то же время высматривая место для приземления. Перед тем, как схватить добычу, она на миг зависает в воздухе. Ее сильные лапы и когти сжимают мышь в тисках. Птенцу необходимо перенять мастерство матери, потому что однажды ему самому предстоит править в ночи. У этих насекомых нет рта. Будучи всего 11 миллиметров в длину, они сбиваются в большой рой. Сейчас ясный безветренный день. Самцы преследуют феромоны, выделяемые самками. Они летают роями, что способствует размножению и позволяет избежать вырождения. Они образуют в воздухе прозрачный столб, своего рода памятник своему виду. Живут они всего 2-3 дня и посвящают свою короткую жизнь размножению. Все это время они не едят и не пьют. Это свадебный танец жизни. Жизнь наполняет каждый миг вечности. Подчиняясь воле ветра, жизнь знает, как выстоять, не сопротивляясь. Стебли риса взошли, несмотря на проливные дожди и безжалостную летнюю жару. Если вечность — удел богов, то каждый ее миг
принадлежит живым существам. Помните это дерево? Самка на стороже. К ее клюву прилипло немного пуха. Она изучает местность, высматривая хорьков, енотов, диких кошек и даже ястребов, угрожающих ей. Сегодня она ведет себя еще осторожнее, чем обычно. Змеи особо опасны. Она смотрит вниз и спрыгивает на землю. Мать-утка кого-то зовет. Ее птенцы охотно отвечают на зов. Они смотрят вниз с головокружительной высоты дерева. Мать снова зовет, и первый птенец отвечает. Но он не знает, что делать. Прыжок кажется бесконечным. И вот приземление. Теперь очередь этого птенца. Это обряд посвящения для каждого птенца мандаринки. Птенец расправляет крошечные крылья и падает вниз. Он двигает ногами, чтобы поддержать равновесие. Птенец почти такой же легкий, как семена одуванчика, на которые он приземляется. Мать продолжает звать птенцов. Они откликаются на зов. Большинство птенцов покидают гнездо, когда их крылья окрепнут. Но птенцы-мандаринки покидают его, как только их крылья обсохнут. Птенцов ждет множество трудностей. На пути могут встретиться препятствия. Потеря равновесия при падении может привести к опасному и болезненному приземлению. Непредвиденные препятствия вроде этого – неизбежная часть жизни.
этот птенец не может восстановить равновесие. Удар от падения смягчает то обстоятельство, что птенец едва ли весит 50 граммов. Словно сама мать природа приготовилась ко всем возможным сюрпризам. Мать-утка сама не своя от волнения. Она никак не может помочь своим драгоценным птенцам. Птенцы совершают прыжок вскоре после того, как вылупились. Это храбрый первый шаг, который должна сделать каждая мандаринка. Мать ведет птенцов к воде. Ей нужно собрать их всех вместе. Вот так птенцы покидают свои гнезда и попадают в огромный мир. Эти огоньки — призыв к любви. Это светлячки. У самцов два огонька. У них всего 2 недели, чтобы найти пару. У самок только 1 огонек. Таким образом, в течение 2 недель светлячки пьют только росу и ищут пару, подавая сигналы огоньками. Если присмотреться, то этот сигнал имеет определенную последовательность. Сначала они мигают произвольно, но постепенно начинают синхронизироваться с другими светлячками. Огоньки нужны светлячкам для того, чтобы представиться и помочь им найти подходящую пару. Привлеченная огоньками, самка обращает внимание на самца. Дней в году эти существа живут в форме личинки. Затем у них есть 2 недели,
чтобы найти достойную пару среди себе подобных. После 4-5 дней спаривания самки откладывают от 300 до 500 яиц, таким образом продолжая свой вид на следующий год. В некотором смысле огоньки — это отчаянный крик о любви. Лучший способ познать, что такое тьма — это закрыть глаза. В темноте звуки становятся отчетливее. Вместо зрения летучая мышь в основном полагается на слух. Летучая мышь вида «стройная ночница» обладает ярко-оранжевым окрасом. Она питается насекомыми. Несмотря на то, что она почти слепа, мышь способна определить точное местоположение насекомого. У нее довольно устрашающая мордочка. Так выглядит большинство летучих мышей, питающихся насекомыми. Она использует хвост, чтобы корректировать свой полет, а также удерживать пойманное насекомое. Поскольку птицы питаются насекомыми в основном днем, ночью наступает очередь летучих мышей. Так как же им удается настолько точно выследить насекомое, учитывая, что они почти слепы? У них есть уши по размеру с половины мордочки и крошечные глазки. По их внешнему виду понятно, что они по большей части полагаются на слух. Они способны засечь мельчайшие движения насекомого. Чтобы поймать добычу, им нужно всего полсекунды с момента, как они ее обнаружили. Эти млекопитающие предпочли подняться в воздух и довериться своим ушам, нежели глазам, во время ночной охоты. Они составляют примерно 25% от всех известных видов млекопитающих. Большая цапля осторожно прокладывает себе путь по воде, чтобы избежать опасности, таящейся под поверхностью. Утята уже подросли. Когда дневной зной отступает, мама-утка приходит на воду со своими птенцами. Мандаринки не кормят своих птенцов. Вместо этого они учат молодняк, что есть и где найти пищу.
Эти утки в основном питаются семенами и ягодами. Эти храбрые маленькие утята в следующем году обзаведутся собственными гнездами. Все это происходит в поднимающемся от реки тумане. Хоть природа и кажется безмятежной, она может рассказать множество историй. Этот кукушонок ждет свою маму. Его мама — бурая сутора. Каждый год кукушка откладывает яйца в гнезде этой птицы. Она доверяет свой молодняк приемным родителям. Кукушонок уже избавился от всех яиц суторы. Поразительно, как эту маленькую птичку дурачат год за годом. Тем не менее, популяция бурой суторы не сокращается. Каким-то образом природе удается сохранить баланс между суторой и кукушкой. День в разгаре, и самка козадоя сидит, разморенная жарой. Это ночная птица. Она выращивает птенцов. Многие истории этого леса связаны с выводками молодняка. Похоже, что все лесные обитатели попрятались. Свет быстрее звука, а гравитация все притягивает к Земле. Именно сила гравитации помогает грибам-дождевикам распространять споры. Миллионы спор развеиваются по ветру. Сколько из них прорастут и будут производить собственные споры? В дикой природе выживание и размножение всего лишь вопрос случая. В некотором смысле жизнь — это азартная игра. Для птицы это нелегкое испытание. Она не может покинуть гнездо и укрыться даже от сильного дождя. Лето прошло, и задули осенние ветра. Пользуясь таким случаем, растение развеивает свои семена по ветру. Это клён.
он отпускает свои семена. Разломавшись пополам, они кружат в воздухе, пока не упадут на землю. Даже имея крылышки, они обязательно упадут. Эти элегантные движения вдохновили человечество построить вертолет. Ястреб-тетеревятник ловит ветер. Обнаружив хищника, заяц бросается на утёк. Это гонка между лапами и крыльями. Заяц мастера убегать. Чтобы убежать от врагов, они искусно маневрируют и бегают зигзагами то влево, то вправо. Это делает их трудной добычей. Ястреб преследует его по пятам. Заяц может развивать скорость до 80 км в час. И все же его скорость не идет ни в какое сравнение с ястребом. Если ястребу удастся вонзить свои когти в зайца, погоня будет окончена. Зайцу удается на волосок ускользнуть от хищника. Спрятаться негде. Остается только бежать. Но как бы быстро он ни бежал, ему не удается оторваться от ястреба. Заяц меняет направление и бросается в кусты. Его шерсть разлетается на ветру. Заяц ранен. У него идет кровь. Это соревнование на выносливость. Заяц продолжает бежать, несмотря на раны. Для ястреба это тоже неувеселительная прогулка. Он резко снижается и бросается на добычу.
Заяц угодил к нему в когти. Но все же отчаянно пытается вырваться. Ни один из них не хочет сдаваться. Это игра жизни и смерти, которая будет яростно разыгрываться до самого конца. Обыкновенный зимородок неподвижно лежит на льду реки. Это перелетная птица, которая мигрирует на зимовку в Юго-Восточную Азию. Перед лицом зимы все равны. Снежинки медленно плывут в воздухе, а затем мягко опускаются, укрывая землю. Но для некоторых существ зима — наилучшее время. Этому обыкновенному зимородку удалось выжить. Летом он жил возле этой реки, в которой ловил рыбу. Похоже, этот зимородок неплохо приспособился к холодам. По мере наступления зимы река неоднократно замерзает и оттаивает. Зимородок цепляется за хрупкую жизнь, питаясь рыбой. Но вскоре река окончательно замерзнет, и птица погибнет. На холоде рыба умирает в тот же миг, как окажется не в воде. И тем не менее, зимородок неистово колотит рыбу. Это летняя модель поведения, в которой сейчас нет необходимости. Птица снова погружается в ледяную воду. Но выныривает ни с чем. Похоже, что этот зимородок потерял счет времени. Трудно сказать, был то осознанный выбор или воля случая.
И все же он жив. В краю, где от лета остались одни лишь воспоминания. За этим туманом скрывается то, о чем мы так мало знаем. Здесь бесчисленные моменты между тем, что было, и тем, что грядет. Это быстротечные мгновения, ускользающие от нашего понимания. Момент. Это моменты, объединяющие свет и тьму, жизнь и смерть. Каждое яркое мгновение не связано ни с прошлым, ни с будущим. Это история жизни. Вторая серия «Между прошлым и будущим». Туман рассеивается, чтобы обнажить пеструю палитру цветов. Это самец сибирской грехвостки. Он нападает на другого самца. Схватки между грехвостками, как правило, особо яростные. Победитель преследует побежденного, даже если тот спасается бегством. Сейчас самое важное для грехвосток — охранять свою территорию. Они выращивают птенцов. Самка приносит птенцам пищу. Сибирской грехвостке нужны безопасные охотничьи угодья, чтобы прокормить четырех птенцов. Самец и самка вместе выращивают молодняк, оставаясь на одной территории весь год. Самец выглядит напряженным, ведь ему есть что терять. Но эта собранность также источник его сил. Весенним днем, подобным этому, беззвучно распускаются цветы под птичье щебетание. Цветы быстро увядают и окрашивают реку в низине. Это сезон цветов.
Деревья, получив воду через корни, окрашивают листья в сочный зеленый цвет. Белоспинный дятел несет еду. Это самка, и она выращивает своих птенцов в дупле дерева. У самца красная шапочка на голове. Он чем-то обеспокоен и осматривает окрестности. Дятел способен усидеть на почти вертикальном стволе дерева. Он карабкается вверх и вниз по стволу в поисках насекомых. Единожды выдолбив дупло в дереве, он выращивает свое потомство в нем всю жизнь. По этой причине он тем более должен быть уверен, что вокруг безопасно. Дятел может ловить насекомых даже в такое время года, когда их нигде не видно. Он находит насекомых, которые прячутся внутри дерева. Затем он вытаскивает их клювом. Частота ударов головы дятла доходит до 16 раз в секунду. Он способен продолбить даже самую твердую древесину. Глубоко внутри дерева спрятаны яйца и личинки насекомых. Личинки представляют собой настоящее изобилие белков. Как же дятлу удается поймать личинок, спрятанных в толще дерева? Он использует свой длинный тонкий язык, чтобы нащупать личинок. В длину язык от 20 до 25 сантиметров. Он цепляет личинок с помощью усеянного шипами кончика языка. Это невероятное зрелище. Как же он высовывает такой длинный язык из такой маленькой головы? Он высовывает язык, сокращая мощную мускулатуру,
расположенную вверху клюва. Затем он подцепляет ничего не подозревающую личинку шипами на конце языка. Каждый удар клюва в 1000 раз сильнее земного притяжения. Она эквивалентна перегрузкам, которые испытывают космонавты при запуске ракеты, помноженным на 250. Невероятно, но с дятлом все в порядке. Его мозг не получает повреждений, когда его отбрасывает назад силой удара клюва, благодаря губкообразному хрящу, который поглощает энергию импульса. Теперь давайте посмотрим на его глаза. Он закрывает глаза при каждом ударе. Птица способна закрыть глаза именно в ту долю секунды, когда она наносит удар. Это предотвращает выпадение глазных яблок. Благодаря этим двум защитным механизмам, дятел переносит силовые импульсы, которым подвергается его голова. Чтобы удержаться на вертикальном стволе, тоже нужен особый навык. У него два когтя спереди и два сзади на лапе. Ими он вцепляется в кору. Также ему помогает мощный хвост. Две лапы и хвост образуют что-то вроде штатива, который фиксирует его на стволе и предотвращает падение, даже когда он наносит удары. Получается, что все его тело приспособлено к жизни на деревьях. У него есть все, чтобы оставаться жить в одном доме всю свою жизнь. Тени удлиняются, и летучие мыши начинают вылезать из своих убежищ. Ночью лес — совершенно иное место. Водяная ночница питается насекомыми, которых ловит на поверхности воды. Наше представление о летучих мышах более базируется на вымысле, нежели на фактах. Для нас они хищники-вампиры, коварно поглощающие своих несчастных жертв. В то время как крылья птиц развились из ног, крылья летучих мышей развились из костей пальцев. Летучие мыши — превосходные авиаторы. Давайте посмотрим. Мышь на лету забирает воду хвостовой перепонкой и подносит ее ко рту. Она даже может пить воду ртом напрямую, пролетая над поверхностью на бреющем полете.
пить воду таким образом, пролетая над самой водой, могут только самые проворные из птиц. Хоть летучая мышь и млекопитающая, она выглядит для нас наиболее чуждо из всех животных. А чтобы обнаружить их, придется поискать там, где большинство из нас никогда не было. Это большой подковонос. Как многие знают, летучие мыши способны издавать ультразвук, который мы не слышим. Мы прибегли к ультразвуковому детектору, чтобы уловить это колебание. Несмотря на то, что они млекопитающие, у этих созданий прекрасные крылья. Если птицы используют для охоты клювы и когти, летучие мыши используют крылья. Они любят темные, влажные и безветренные места. Есть еще одно создание, которое любит такие условия. В этой пещере им не нужно беспокоиться из-за жажды. Сбиваясь вместе во время спячки, они поддерживают температуру тела. У летучих мышей очень низкая энергоэффективность, поэтому пещера для них — идеальный дом. Так мыши отдыхают. Выглядит не очень удобно. Они туго оборачивают тельце крыльями и свисают с потолка. А по ночам они выходят на охоту. Они маневрируют между ветвями, взмахивая крыльями в неспешном ритме. Они летают со скоростью примерно 26 км в час. Они могут зависнуть в воздухе или мгновенно сменить направление полета. Летучие мыши — превосходные охотники. Давайте посмотрим, как мыши охотятся, используя одни лишь крылья. Это битва между крыльями млекопитающего и крыльями насекомого. Стратегия летучей мыши — вынырнуть из засады в ветвях деревьев и поймать добычу на лету. Но это сложная задача. Мышь много раз терпит неудачу. Цель, которая сидит на дереве, немного легче. Насекомому едва удается избежать летучей мыши. К
кажется, что крыльев недостаточно, чтобы поймать крошечное насекомое на лету. Но крылья — это еще и огромные лапы. И этими гигантскими лапами летучей мыши удается поймать жертву. Летучая мышь ест все, что только может, из-за низкой энергоэффективности. Каждую ночь она съедает сотни насекомых. Несмотря на свой пугающий внешний вид, летучие мыши очень полезные для людей животные. Мышь отдыхает, повиснув на задних лапах. Такое положение требует минимум энергии. Чтобы обнаружить добычу, она издает примерно 10 ультразвуковых сигналов в секунду. Как же она отличает шелест листьев от звуков насекомых? Летучая мышь издает ультразвук в направлении насекомых и листьев, и звуковая волна возвращается к ней. Затем мышь анализирует звук. В то время как звук от листьев кажется размытым, звук от насекомых остается четким. Это почти как если бы они могли ее видеть. Ультразвуковое видение в темноте. Летучие мыши воспринимают мир совершенно не так, как люди. Две недели в конце июня, начале июля – самые важные в жизни летучих мышей. В это время они производят потомство. Роды – болезненный для самки процесс. Она даже сама перегрызает пуповину. Затем она, увлекаемая инстинктом, укрывает новорожденного своими крыльями. У летучих мышей 1-2 детеныша в помете. Детеныши начинают пить молоко матери всего через несколько минут после рождения. Поэтому мыши производят потомство только при изобилии пищи. Мыши летают с детенышами на животе, пока те немного не подрастут.
Такова участь всех млекопитающих — посвящать большое количество времени и сил своим отпрыскам. Летучие мыши — не исключение. Когда их малыши немного подрастут, летучие мыши организуют им некое подобие яслей. Они собираются вместе, чтобы сохранить тепло и влагу. Детеныши питаются молоком матери, пока не будут готовы покинуть ее. Хотя они могут летать уже через 20 дней после рождения, им еще нужно время, чтобы научиться охотиться. Зыбкая граница между водой внизу и воздухом наверху. Водная гладь служит домом для множества созданий. Она также хранит немало историй. Для некоторых это грань, рубеж между жизнью и смертью. Это водомерка. С помощью своих длинных ног она скользит по поверхности воды. Она питается насекомыми, упавшими на воду. Ее привлекают круги на воде, которые производят насекомые, упав на поверхность воды. Но она должна всегда быть начеку. При нападении рыбы водомерка прыгает. Она может прыгнуть достаточно далеко. Это противостояние между способностью водомерки к прыжкам и умением рыбы плавать. Кроны лесных деревьев гораздо просторнее, чем выглядят. Это белка-летяга, устроившаяся в дупле на дереве, и еще детеныш. Когда темнеет, она решается выбраться наружу. В дупле есть и другие детеныши белки-летяги. Их безобидная внешность говорит о том, что у них нет грозного оружия. Единственная их особая способность — чрезвычайно острое зрение. Это ценный дар для животных, живущих на деревьях. Благодаря этой способности они могут определять расстояние между деревьями с прицельной точностью. Это позволяет им парить между деревьями.
По бокам их туловища есть кожные перепонки. От передних лап до задних. Раскрывая этот патагий, они могут скользить по воздуху. Когда детеныши отточат искусство полетов, они оставят родителей. Так что же делают ночные животные в течение дня? Вы можете легко их не заметить, если не будете внимательными. Видите движение? Это сплюшка. Большую часть дня сова спит или отдыхает. Белка-летяга тоже ночное животное. Ее большие глаза переполняют любопытство. В этом возрасте ее увлекает окружающий мир. Большую часть жизни она провела в пределах дома. Не в силах противостоять любопытству, белка решается выйти наружу. На ее коротеньких передних лапках острые крючкообразные когти, позволяющие ей свободно перемещаться по дереву. Но похоже, что патагий сковывает ее движение. Это все равно, что ходить с занавесками, торчащими из-под мышек. Длинный хвост помогает ей стоять и ходить. Также хвост позволяет сохранять равновесие, когда белка карабкается. Во время полета она может парить куда угодно на расстоянии от 20 до 100 метров. Она использует хвост, чтобы поддерживать равновесие в полете и менять направление. В полете она совершенно симметрична. Чем выше взобраться, тем дальше можно улететь. Когда белка готова приземлиться, то движениями хвоста и тела она замедляет движение. Растягивая перепонки до плоского состояния, она увеличивает поверхность тела и сопротивление ветра. Поскольку она летит на большой скорости, удар от приземления должен быть сильным. Способность парить
навсегда изменила судьбу этого вида. Благодаря этому белки-летяги могут селиться в кронах деревьев наряду с птицами. Эта птица выглядит более настороженной, нежели днем. Она принадлежит к семейству совиных. Летом она производит на свет и выращивает потомство на территории Кореи. Хотя ее рацион и состоит в основном из насекомых, она время от времени также питается пауками и мелкими амфибиями. Лето скоро закончится. Ей нужно вырастить потомство до того, как осенью начнется сезон миграции. Более половины молодняка погибнет в течение года. Все потому, что они не могут охотиться так же хорошо, как и матери. Вопреки своему грозному виду, эти птицы когда-то были беспомощными птенчиками. В то время как хищные птицы охотятся по ночам, их птенцы могут стать добычей других плотоядных. Темнота полна неопределенности. У этой совы характерная, легко узнаваемая мордочка. Не нужно быть орнитологом, чтобы понять, что это за птица. У нее плоская круглая мордочка и большие глаза, которые будто смотрят прямо на вас. Она выводит птенцов раз в год, в начале мая, когда пища в изобилии. Благодаря перьям, покрывающим все ее тело и даже лапки, полет совы практически бесшумен. Какова же причина такой отличительной внешности? Ее глаза смотрят прямо вперед и имеют бинокулярный обзор от 50 до 70%. В то же время у дневных птиц глаза расположены по обеим сторонам головы, что обеспечивает узкий бинокулярный обзор всего лишь от 30 до 50%. Благодаря этому обыкновенная неясыть способна легко определить расстояние до жертвы. А еще у нее очень острый слух, позволяющий уловить мельчайший шелест листьев. Ее уши расположены не так, как у других животных. Ее правое ухо находится ближе к верхней части головы, а большее по размерам левое — в нижней.
Поэтому скорость, с которой звуковой импульс от каждого уха доходит до мозга, разная. Сова использует это расхождение, чтобы определить направление звука. Полет совы настолько бесшумный, что его звук сложно уловить. У нее большая плоскость крыльев по сравнению с легким туловищем, что также помогает оставаться незаметной. Сова сидит тихо, высматривая добычу. В борьбе за жизнь белка-летяга вцепилась в ветку. Лишь около 3% видов птиц – ночные. И примерно половина этих видов принадлежит семейству совиных. В воде отражается смена времен года. Ритм жизни должен соответствовать ритму сезона. Лишь каждая четвертая белка-летяга переживет первый год своей жизни. Природа неумолимо движется навстречу зиме. В эту ветреную погоду ястреб-перепелятник готовится атаковать. Большая синица быстро маневрирует, чтобы избежать нападения. Она летит сквозь кусты, для которых ястреб слишком велик. Это момент борьбы за жизнь. Прошедшее лето соткано из бесчисленного множества моментов. Пение птиц наполняло летние небеса. Среди этих птиц был сизый дрозд, поглощенный заботой о своих четырех птенцах. Гнездо окружено зеленеющей листвой.
Откуда эти птицы знают, как выжить и мигрировать в подходящее время года? Сейчас они уже наверняка вернулись в теплые края. Если только не упустили нужное время для перелета. В это безжизненное время года это все, что осталось от их жизни здесь. В дикой природе ни прошлое, ни будущее не имеют значения. Для жизни важно лишь настоящее, сотканное из ускользающих мгновений. После бесчисленных моментов мы, наконец, дошли до финала. И хоть мы и услышали много историй, еще больше ждут своего часа, чтобы быть рассказанными. Это история жизни. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.